По откатам и серым схемам ударят виртуальным молотком. С 1 января страна переходит на так называемые электронные аукционы. А это значит, что все сделки между государством и коммерсантами будут проходить на 5 федеральных торговых интернет-платформах. Заказчики наши получили электронно-цифровые подписи в федеральном казначействе. Вот. И это им позволит полноценно участвовать в электронных торгах с 1 января. Как уверяют эксперты, электронные торги полностью исключают коррупционную составляющую, а это, пожалуй, главный бич госзаказов. Недавний пример – история с высотным подъемником для нужд Южноуральского МЧС. В 2007-м Министерство экологической безопасности перевело огромную сумму на счет компании, выигравшей конкурс. Уникальной машины нет до сих пор. Но о том, где она и потраченные на нее деньги, в Главном контрольном управлении области, очевидно, не знают. Говоря о прошедших уже торгах, какие-то новые данные по поводу гидроподъемника нашего появились? Значит, по поводу торгов. Значит, тема нашей конференции – это будущее. Это то, что нас ждет после 1 января. Мы обсуждали проблемы, которые нас ждут в будущем, еще раз проговаривали с нашими муниципальными заказчиками вот на сегодняшний день проблемы, с которыми они столкнутся. Но эти вопросы мы не затрагивали.